Здравствуйте! С вами снова рубрика «С законом на ты». И сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Арзамасу подполковник полиции Доронина Наталья Игоревна. Тема нашей передачи достаточно актуальна – административная и уголовная ответственность за различные правонарушения, а также правила личной безопасности. В нашу телестудию каждый год поступает много вопросов от студентов на правовую тематику. Наталья Игоревна, ответьте, пожалуйста, на самые волнующие вопросы студентов. Пребывание несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей регламентировано федеральным законом 23-З Нижегородской области от 25 февраля 2010 года. Конкретно пребывание несовершеннолетних на территории города Арзамаса регламентировано постановлением Арзамасской городской думы от апреля месяца 2010 года. Места все традиционные: улицы, территория около подъездов, территории поликлиник, территории школ. Единственное, то есть все те места, которые прописаны во всех других правовых актах. Исключение составляет то, что круглосуточно несовершеннолетним нельзя, вне зависимости от возраста, нельзя находиться на стройках. Вот это как бы отличает вот этот нормативно-правовой акт от других общественных мест. Также нельзя находиться на территориях элеваторов, территориях, прилегающих к железным дорогам. Здесь, причем не оговаривается возраст несовершеннолетнего, здесь до достижения 18-летнего возраста несовершеннолетним запрещено находиться в данных общественных местах. Те несовершеннолетние, которые у нас находятся в сельской местности, им гулять можно до 24:00. А дома они должны находиться с 24 до 5:00. Конечно, могут привлечь несовершеннолетнего, потому что фактически он участвовал в процессе распития. Видел, как несовершеннолетние открывают пиво. Видел, как они наливают в стаканчики. Это называется приготовление к распитию. Видел, как они распивают. То есть он фактически является участником административного правонарушения. Поэтому данный несовершеннолетний тоже может быть привлечен к административной ответственности по статье 20.20 Кодекса об административных правонарушениях. И на несовершеннолетнего будет наложен штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Здесь ответственности не будет, потому что данный напиток относится к категории безалкогольных. Но хочу здесь оговориться, что если взять и внимательно посмотреть бутылочку с пивом, то мы увидим, что там все-таки 0,5% алкоголя присутствует. И если возникает спорный вопрос, то человека можно отправить на медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя. И я точно скажу, что алкоголь в крови покажется, и поэтому также человек может быть привлечен к административной ответственности. Особенно если он пиво выпьет в достаточно большом количестве, например, там, начиная от литра до 1,5 литра, то есть это обязательно у него покажет в крови. Несовершеннолетнему трудоустроиться на работу можно, начиная в возрасте от 14 лет. Это, конечно же, легкий труд на неполный рабочий день, на неполную трудовую неделю. Я всегда рекомендую обращаться в наш центр занятости населения, где несовершеннолетним могут предложить различные вакансии. Это не только в лагерь труда и отдыха, как у нас зачастую думают несовершеннолетние, но и в этом году у нас вот предлагали вакансии на завод, также на неполный рабочий день. Что здесь можно сказать? Здесь гарантии того, что все будут
соблюдены те требования, которые вот к несовершенным, к организации трудоустройства несовершеннолетним предъявляются, и, конечно же, гарантировано получение заработной платы. Потому что зачастую у нас несовершеннолетние устраиваются на работу к частным предпринимателям и остаются просто-напросто без заработной платы. И не могут они потом впоследствии куда-либо обратиться, чтобы истребовать свои денежки за свой труд, потому что не был заключен с несовершеннолетним трудовой договор. Когда все происходит через центр занятости населения, то там, конечно, все в установленном законом порядке. Заключается трудовой договор с несовершеннолетним, который он подписывает, который подписывает работодатель. Поэтому здесь несовершеннолетним обмануть нельзя. Сразу оговоримся, что здесь идет речь только о том несовершеннолетнем, в отношении которого возбуждено уголовное дело, не материал проверки проводится, а возбуждено уголовное дело, и он, у него уже есть такой статус либо подозреваемого, либо обвиняемого. Здесь допрос длится не более 40 минут, и потом несовершеннолетнему дается 2 часа для, ну, делать перерыв, чтобы он отдохнул, собрался с мыслями. Здесь соблюдается ряд процессуальных моментов. То, что допрос несовершеннолетнего обязательно проводится в присутствии законного представителя и защитника, адвоката. В обязательном порядке уведомляются родители. То есть, когда несовершеннолетний задерживается за совершение административного правонарушения, несовершеннолетнему, ну, в принципе, как и любому человеку, должно быть разъяснено, за что его задержали, то есть, что за совершение административного правонарушения. И в обязательном порядке уведомляются родители. Это обязательное требование, которое, скажу точно, у нас на территории города Арзамас соблюдается. С исключением тех случаев бывает, скажем так, задержки, когда несовершеннолетние отказываются предоставлять телефон родителей и либо называть данные родителей. Но, тем не менее, все выясняется, потому что если несовершеннолетний задержан, то сотрудники полиции имеют право задержать его на 3 часа, в течение которых проводится дальнейшее разбирательство. И родители в обязательном порядке всегда уведомляются. Последствия, скажем так, разные, потому что здесь мы будем говорить о том, о тех несовершеннолетних, которые решили связать свою дальнейшую судьбу, например, с работой в правоохранительных органах. Когда у нас несовершеннолетние поступают в Академию МВД, то, конечно же, оттуда обязательно приходит запрос, состоял ли несовершеннолетний, не стоял на учете, совершал ли он административные правонарушения или нет. Если будет информация о том, что несовершеннолетний стоял на учете, то, конечно же, в приеме в данное учреждение несовершеннолетним будет отказано. Скажу, приведу в пример такой случай, когда в прошлом году у нас один из учеников общеобразовательной школы собирался поступать в школу МЧС, но совершил административные правонарушения. Он управлял автомобилем без прав и, конечно же, был поставлен на учет. Пришел запрос, был получен ответ, и несовершеннолетнему отказали даже в приеме документов. То есть фактически на самом раннем этапе распрощался с карьерой работы в МЧС. Конечно же, несовершеннолетний может обратиться к нам в подразделение по делам несовершеннолетних с любым вопросом для оказания любой консультации, не только правовой, но, например, трудоустройство, о чем мы уже говорили. Может обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая располагается по адресу улицы Комсомольский бульвар, дом 9. Может обратиться в администрацию города, в организационно-правовой отдел, там также установлено, значит, оказание правовой помощи несовершеннолетним. Также может обратиться в Центр социальной защиты населения, где также предоставляются бесплатные услуги по оказанию правовой помощи не только несовершеннолетним, но и их родителям. Социальные сети сделались настолько обыденными, что невольно забываются опасности, связанные с их использованием. Как и любое достижение прогресса, будь то автомобиль, самолет, телевизор, компьютер является источником негативных воздействий на человека, приносит вред его здоровью при неправильном применении.
Расскажите, пожалуйста, как вести себя в соцсетях. Расскажите о некоторых правилах поведения в соцсетях, чтобы не попасть под влияние мошенников и других преступников. Конечно же, не нужно вступать в переписку с незнакомыми людьми. Ни в коем случае не переводить никакие денежные средства на незнакомые номера сотовых операторов. Также не нужно сообщать данные своей карты, там номер, пин-код. Схемы мошенников, они, конечно же, меняются, но очень простые. То есть это вот на эффект неожиданности, скажем так. Вот расскажу некоторые из них, потому что они касаются не только взрослых людей, но и несовершеннолетние тоже у нас потерпевшими по таким фактам становились. Осуществляется звонок, например. Здравствуйте, здравствуйте. Я вот знакомый вашей мамы. Вот у меня сегодня там день рождения, вы не могли бы, или там день рождения у знакомых, вы не могли бы мне перевести там на мою карту 100 рублей? Все с этого начинается. Ну, как все думают? Ну, подумаешь, 100 рублей, там действительно у мамы такой знакомый есть, хотя на самом деле звонит не он. Переводит 100 рублей. Потом через 15 минут звонок. Ой, у меня такая ситуация, мне нужно срочно 1000 рублей перевести. Я вот прям через 2 часа вот маму увижу, отдам. Переводит 1000 рублей. Потом, и не знаю, почему не может несовершеннолетний там маме позвонить, спросить, там, почему так-то все происходит. Такой вот у нас факт в городе был. Потом через некоторое время еще 1000 рублей. И так в итоге несовершеннолетний перевел 2100 рублей незнакомому человеку. Значит, проводилась проверка, было установлено, что звонок был совершен из мест лишения свободы. Даже не из нашей области. Ну, проводится проверка, но процент раскрытия данных преступлений очень, к сожалению, мал. Потому что сим-карты зарегистрированы там непонятно на кого, зачастую иногда даже на умерших людей, поэтому сложно и трудно установить лицо, которое совершает данное преступление. Еще хотелось бы сказать о том, что несовершеннолетние зачастую у нас пишут сообщения с использованием нецензурной лексики в отношении, например, своих друзей. Так, скажем, выясняет отношения. За это также предусмотрена административная ответственность. Мы не будем забывать о статье 20.1 «Мелкое хулиганство». Тем более социальные сети также можно приравнять к тем местам, которые у нас считаются общественными. И также здесь большой круг людей находится в социальных сетях, поэтому также несовершеннолетние могут быть привлечены к административной ответственности. Здесь, конечно, в обязательном порядке предусмотрено две вида ответственности. В первую очередь, это, конечно же, административная ответственность, статья 20.3, размещение вот именно такой символики экстремистского характера, которая запрещена различными федеральными законами. За это может быть предусмотрен штраф от 1000 до 2000 рублей. И также здесь может быть, конечно же, и уголовная ответственность. Если, например, со своей странички осуществляются призывы на осуществление экстремистской деятельности, то есть собраться, провести какой-либо митинг, за это может быть уже предусмотрена уголовная ответственность. Статья 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, достаточно серьезная статья. Здесь предусмотрены и лишение свободы, и большие штрафы от 4 до 5 тысяч рублей. Поэтому ответственность самая серьезная. В свете тех событий, которые происходят у нас в стране и мире, данному вопросу уделяется большое внимание, производится регулярно мониторинг социальных сетей. И скажу, что на примере города Нижнего Новгорода, что 12 июня именно через соцсети была раскрыта группа, которая призывала к проведению несанкционированных митингов. Участники также были и несовершеннолетние жители города Нижнего Новгорода. Вот все они как раз привлечены к административной ответственности по статье 20.3, о которой я уже говорила. Используйте реальный мир для расширения социальных контактов. Ищите друзей в реальности. Наполняйте жизнь положительными событиями, поступками. Имейте собственные четкие взгляды и убеждения. Научитесь контролировать свое собственное время и время, проведенное за компьютером.
а также свои поступки. Мы надеемся, что представленная информация была полезна для вас.